Они забирают еду у богатых и отдают ее бедным. В Пакистане появилась целая армия Робин Гудов, причем это их официальное название, название волонтерской организации. Вот активисты в зеленых футболках, вы их видите, приехали в кафе, и правда, здесь они не отнимают продукты, а берут излишки с разрешения хозяев. В таких ресторанах, столовых, кофеен много всегда есть запасов еды оставшейся, и вот волонтеры привозят все их в координационный центр. Здесь продукты сортируют и составляют из них полноценный обед и распределяют по группам. Робин Гуды работают в крупном городе Карачи.